Всем приветики, мои дорогие подписчики! Сегодня у меня особая тема для влога, и называется она импровизация. Я решила вам рассказать о том, что такое импровизация, вообще для чего она нужна, и как она вообще помогает в танцах. То есть вообще в целом, что такое импровизация в танце? Это ваше свободное движение, это ваше исполнение танца, то, как вы его видите, как вы его чувствуете, в вашем ритме, с вашими эмоциями. То есть это свободное исполнение танца, без заученных каких-то движений и схем. И очень важна в импровизации манера, какой характер несет ваш танец. То есть нельзя танцевать под какой-то секси-трек, но с абсолютно пустым взглядом в никуда. Ну, то есть танец сразу сходит на нет. Но если у вас есть манера, вот эта вот зажигательность, энергия, да, которая от вас исходит, то танец сразу превращается в просто в персик. И даже вы больше смотрите на манеру, нежели на саму технику, и вы заряжаетесь от этого, да? Вывод. Импровизация без манеры не может существовать, поэтому, когда вы импровизируете, обязательно играйте эмоциями. То есть, как я это называю, включаем лицо во время импровизации. Очень часто я своим девочкам на занятии включаю какой-нибудь трек и говорю: а сейчас импровизируем. И, как показывает практика, половина группы не стесняется, начинает танцевать просто от души, делать что хочется, а часть девочек стесняется. Почему так происходит? Это происходит в силу каких-то комплексов, неуверенности в себе, из-за боязни быть хуже других, не так станцевать, не так подвигаться. Но я всегда всем говорю: девочки, вы пришли заниматься для себя, и я вас не буду ругать, если вы сделаете что-то не так. Я наоборот хочу, чтобы вы покайфовали от музыки, которую вы сейчас слушаете, и просто вот представили реально, что вы на дискотеке, и оторвались на всю катушку. И таким образом вы себя развиваете в том стиле танца, на который вы ходите. Если честно, раньше сама я не сильно любила импровизировать, как-то думала: тю, зачем импровизировать, если можно поставить хореографию. А сейчас в последнее время я просто тащусь от импровизации. Как-то мне в тверке даже нравится больше импровизировать, нежели ставить хореографию, а потом ее учить. Ну, понятное дело, есть прикол свой в хореографии, но импровизация — это реально тема, в которой вы еще больше развиваетесь. Поэтому мой вам совет: если вы хотите растанцеваться, либо усовершенствовать свои навыки в каком-то стиле, не быть закомплексованной, просто включайте музыку себе дома и старайтесь сделать движения, которые вы уже выучили под разные треки. Это очень прикольно. Реально снимайте себя на видео, потом смотрите, потом что-то исправляйте, перезаписывайте и делайте это с каждым разом лучше и лучше. Я вам сейчас вот покажу во влоге нарезку. Мы с моей ученицей, подружкой часто любим прийти в какой-то зал, взять камеру, ну и просто позаписывать разные видосы, поимпровизировать. Вот она ходит ко мне недавно, всего 4 месяца, но она уже молодец. Ей нравится очень импровизировать, она прям кайфует. Сейчас я вам покажу, как мы дурачимся. Такой мини-синхрон, мини-импровизация, но реально из-за того, что вот Лиза много импровизирует, у нее сама техника усовершенствуется, она не стесняется, и уже она танцует намного лучше. И будет танцевать еще лучше, я уверена. И если вы подписаны на мой инстаграм, а ссылку на свой инстаграм я обязательно оставлю тут еще раз. Подписывайтесь обязательно на него. Я там часто выкладываю видео какие-то с тверком, и зачастую в последнее время там чистая импровизация. Вот, не знаю, нравится мне какой-то трек, я его включаю, снимаю, а потом выкладываю. Так прикольнее. Ну, иногда просто нет времени реально поставить хореографию на минуту, а потом ее долго учить, запоминать. Есть импровизация, ты кайфуешь, и еще круче. Боли вырвалось, тело манило меня. Я поглощаю текилу, сегодня я тамада. Горели наши бокалы, мы снова на куражи. Но все же мне тебя мало, бэби бала. Алкоголь, пати, бомба, пожелание или строй, пошучу порой. Я свой на этом празднике души. А ну-ка наливай бортовой. Телами танцпол, кишит, ты между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем. Налетай, пока горит, кому не лень. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тень уснули города. Но в этом океане мы до утра тусим. Хватило бы сил. Отхожу к тебе, чтобы спросить: ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь.
слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Дай мне слово, ведь я тамада, тамада. Каста здесь, да. Пока кто-то там шепотом, где-то там дисит, плотата, басата, к нам за кулисы прет эта атака. Мы впятером, то в Сибири где-то, то где-то под Питером. Пятером в кругу друзей ваших давнишних, Андрея, Юры, Влада, Антона и Миши. Пусть молодые пишут, и дух борьбы царит, только пусть эти рыцари друг другу глаза не выцарапают. Тогда будет кому прийти на смену нам всем. Только следите, пацаны, за своим пьяным рамсом. Я и сам кромсал эдж ранее, по пьяни отфильтровал, теперь внимание. Чувств вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Какие-то типы качают головой в ритм с таким видом, мол, узнали себя они там в наших песнях. И новый смысл на старом месте уже нашли, он и вправду есть там. Вот, вот так вот мы с Лизой позажигали. Как вы видите, есть к чему стремиться. Нужно работать над манерой, над техникой исполнения. Ну, иногда хочется просто подурачиться. Это тоже выходит прикольно, забавно и интересненько. Напишите мне в комментариях, импровизируете ли вы под разные треки, как у вас получается. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои уроки по твёрку, пишите комментарии обязательно, подписывайтесь на мой инстаграм. И также можете в комментариях мне написать, о чем вы хотите следующее видео. Возможно, какую-то тему влога я возьму из ваших комментариев. Спасибо вам большое за ваши просмотры, лайки и за ваши отзывы. Я все читаю. Спасибо вам огромное. Мне приятно, что вам так нравится то, чем я занимаюсь. Это супер, я рада. Поэтому я буду записывать еще.